Если она
Дай Бог
Театр, когда ты очень просто говоришь, сидишь,
Традиция, в чем я хотел спросить, это вы
вместе с вами вышли, и я буду в данном случае стою. Традиция территория позор. Спасибо. Территория позор, да? Позор, это театр, позор, это театр. Если вы не знаете, если вы не будет соответствовать слову позор в данном случае, в данной ситуации, у апгрейда, наш театральный сидений произойдет. Это самое основное. Поэтому мы должны делать любящие папы стрёмные, вот так, какие-нибудь среди понятные, непонятные. Музыка тоже пол полный, полный кошмар будет. Вот. И все. И как бы на самом деле у меня ощущение как молодого режиссера, что вообще ситуация очень плохая. Очень плохая с точки зрения, что, к сожалению, я думаю, время меняется, появляется быстрый интернет, и театральное сообщество превращается в такую сеть постепенно. Вот. И чтобы как из этого выбраться, я очень снизично плохо говорю, потому что как бы я выхожу на территорию позора. Превращаясь в результатную сетку, единственный мой совет молодым деятелям, театральным актерам, режиссерам, театроведам, что нам нужно сейчас осваивать, это нужно осваивать территорию интернета. Но территорию интернета, чтобы бояться делать фигню. И вот я очень долго думал, как же мне быть, мне может вообще не заниматься как ребятам, уже невыносимо, невозможно, не держу я, не держу я. Появился, и он вообще просто все цели. Да. Но, ну, по мне тоже проблема. Он сначала сломал всех об колено, а потом, как бы, на мой взгляд, короче, недавно я буквально увидел у Филисова два обзора очень стрёмных, честно, блин, и я из-за этого очень себя расстроился, писался, нет. Слышишь, туризм. Я действительно взяла
чувство, когда известная артистка пришла в Нью-Йорк. Значит, я собирался, вышел в России, опять в Пусы, а он же говорит, ну вы же не живете. И кто после этого скажет, что... Я, значит, вторая вещь,
непонятно что, непонятно почему, вот, не надо. Значит, совершенно понятно, что традиции не надо принимать мейнстрим, который принимается только как хороший симфоний, как сериал, да, алхимии не надо принимать все остальное. Да? Вот. Совершенно понятно, что если мы говорим о традиции, мы уже все сказали, наша традиция уходит из Непорохи, из Виспа, который сказал моей группе, из Виспа, тоже еще с конструктивизмом, и из Виспа, Катимов, и Каевский миф, и так далее. Все наша традиция. Поэтому вскоре между языками это течка какая-то, да, в 20 веке, и, соответственно, 4 века подряд, вскоре по поводу того, какой язык лучше. Давайте мы дураками, да, мы посмотрим сейчас не так, но мы своего как-то здорово там с чем-то позиции. Вот. Да, совершенно известен язык, в первом действии казалось, что опять это, вот, а потом вот странное сочетание того, что мы тоже читали, потом дико при этом спорить, чего должно быть больше, что мы будем совершать. Не хочется, что мы это сделаем не только, но я хочу сказать то, что вот я бы сдвинул смысл этого противостояния, потому что вот сейчас, в последние годы, мы видим другое противостояние. Между, так сказать, оппозицией, которая системная, и оппозицией, которая не системная. Даже Андрей, что он вам не говорит, вот он, конечно, сюрреалист, он, конечно, не будет сами того, что подобного нельзя. Он, конечно, отщепенец, когда здесь мы присуждали премию там новую сакральную реальность, планировал, понятно, что это оппозиция. Но все равно, он все равно как бы системная оппозиция. У него больше образования, он учился в театральной школе, он ставит спектакль, театр, так далее. И он говорит, что если театр, он ставит так. Но сейчас не попало. Это другое решение. Вилица, который сегодня много лет говорит, что не надо воспитывать режиссеров в театральной школе, потому что воспитывая людей в театральной школе, мы заставляем их копировать те стандарты, которые сегодня существуют, а сейчас должно быть что-то другое. Не все медиаторы, там, я не знаю, великие протоколы и так далее. Как бы на самом деле, мы сейчас должны поставлять, мы должны сделать так принципиальную роль, не системной оппозиции, которая пришла. Другой внутренней организацией в голове, совершенно с другими силами, которые приходят в театр, с непрофессионалами, с непрофессиональным образованием. Да? Мы учим театральный курс, театральный курс, который совершенно с другой позиции. Да, вы что делаете? Что вы делаете? Ваша школа, как традиционный театр, немножко подходит. Николай Николаевич, то, о чем вы говорите, приведет просто к этому факту. Дело в том, что вся центральная система, которая сейчас существует, она же возникла не просто так, она просто сложилась в определенное время. Если мы сейчас приходим к тому, что мы просто вырубаем все от корни, да, просто разрушаем все на саму суть. А зачем нам эти огромные центральные здания, если мы все заполним иммерсивным театром? Зачем нам вся такая структура репертуара театра, опыта, да? Для чего? И что, что мы будем делать с этим великим наследием? И покажите мне, где это великое наследие, театр «Дом», выдающиеся спектакли и много других мест в городе, в которых это случилось. А, наверное, я знаю о том, как вы думаете, театр «Дом» существует, возможно? Да, 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 да
Туда. А что ты сказать хочешь? Это, конечно, очень много, очень много. Но хотя бы понятно, что. Я боюсь, мы не говоришь. Почему? Потому что я еще что-то. Мне кажется, что ты не есть. Типа, все равно ни хера не говоришь, не знаю. Дальше ты говоришь. Ну, матом пошли ругаться. А, надо же даже так. Пока не превратить в школьную специальную помощь. Мне кажется, это был бы полный человек. Не говорите? Я просто вспоминаю. Возможно, иногда надо дать себе. Я вас вопрос. Спасибо. Давайте. Берите. Как я здесь сейчас палец делал? Вы ищете в этом, простите меня за выражение, сегодня можно подъем
это бездействие, это чистый ритм, это чистое высказывание. А вы не можете себе даже представить, что такое чистое высказывание возможно. Понимаете, в чем проблема? Понимаете, иногда просто так уже раз. Вот это чистое высказывание, которое ничего не говорится на самом деле. Уже наши кости и слова Виктора, который, мне кажется, уже с этими методистами много лет работает, и, наверное, от них человек заразился. Это все стоит уже, я к себе рот и говорю, вот что я вам скажу. Понятно, потому
что если мы говорим с молодежью, надо говорить с ним про физике. Если мы не чувствуем, ничего не знаем про них, конечно, будем говорить. И по поводу того, что не профессионалы выходят на сцену, я приглашаю вас на все спектакли, которые у меня как не профессионалы. Это лично продукт именно для какого-то общения. Понимаете? То есть, может быть, вы измените свое мнение. Мне кажется, что профессионал могут сюда прийти. И в этом плане тоже пение, я вот чуть-чуть за хорошо, я приду тогда нашего надежного игрока, вы тут все-таки ответите. Могут ли непрофессионалы заниматься? Любой профессии может заниматься профессионалом. Любой, в том числе и искусством. Потому что тем более непрофессионалов не глупый. А про честность, ну, на как это сказать, тоже нужно честно. И это будет правда. Но слушайте, но, честно говоря, ты помнишь, что я как раз сначала профессионально, да? И я не знаю, что ярость, ярость.
знания, знания, профессионализм, профессионализм, и все-таки я тоже поставил вопрос, когда говорят о профессионализме. Никто из нас не пойдет к доктору без диплома, если, конечно, кто-то не верит в магию. Никто из нас не пойдет. Мы еще сомневаемся. Через 20 лет мы еще посмотрим, на каких самолетах тут управление рукой, какие врача. Да, свои деньги. Да, интерпретирование. Да. Происходит. Да. Что я хочу сказать? Что услышал, мы узнаем. Да. То, что нельзя выворачивать автору руки и ломать его через колено. Ему хребет. И нельзя прикрываться автором, как сидевым листком, будучи неглиже с отплатой. Вот только я это хотел сказать. Уважайте автора и полюбляйте. Спасибо. Прошу уважать автора, я говорю классика, я помню, что вы знаете, что нынешняя рукописка скоро будет классика, ну, собственно, так в свое время, понимаете? Я думаю, что я вам говорю, что настолько убедительнее выступала наша сторона, что я думаю, что я точно не слышал разговор, понимаю, что мы не держали победу. Мне кажется, основная проблема вашего лагеря заключается в том, что вы как раз проводите эту войну сложную. Вы раскалываете театр. Вы говорите о том, что кому-то надо... Заброшу, расскажите, наконец, это театр, понимаете? И это неверно. Можно понять, что... Это нет. Да, конечно. Виктор, можно вас посмотреть? Покажите самое народ, ну, ужас. Это важно, что все высказанные мнения, несмотря на часы. Да, это все. Я понимаю, что вы запрещили. Конечно. Это друзья. Мне кажется, что то, что сейчас было высказано, как раз говорит о том, что наша позиция верна. Наша позиция еще не в том, что надо ставить платье, как никогда, но эти какие-то разграничения, да, хотя бы эти барьеры, мы просто пытаемся выстроить какое-то светлое будущее, отрезать себе, на самом деле, от этой действительности, с которой у нас есть. Потому что решение сделать невозможно без этого. А все время прикрывают, когда почему традиция, мы живем сегодня, мы должны смотреть современный театр, а не отголоски театра. Вот и сообщение. И разнование уничтожит пыльный нагнобитный театр. А посмотрим, какой мир вы построите. А теперь, можно ответить только тем, что перед футболом уходит Степан Петлевой.
Синяя ветка и не нравится.